подбираем, ну, смешиваем краски, да, колорируем. Вот им нужен там определенный цвет, мы колорируем сами. Предприниматель Рима Белоногова проводит экскурсию по цеху для сотрудников муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки». Более года она руководит этим производством. Здесь окрашивают пиломатериалы для облицовки каркасных домов и других построек. В цехе каждая доска проходит полный цикл обработки – двойную шлифовку, грунтовку и только после покрывается качественной профессиональной краской, которую сейчас делают в России. Когда она красится в цеховых условиях, эта доска выходит абсолютно сухой, однотонной, нежели дом не крашеный, красится в атмосферных условиях, там дождь, снег и так далее, качество не соответствует, через год, через два – краска уже не будет держаться плотно на фасаде дома. Сотрудники МКО «Малый бизнес Химки» познакомились со всеми этапами производства и рассказали, в свою очередь, о возможных мерах государственной поддержки. Бюджета Хима есть еще помощь предпринимателя химкинским из бюджета Московского. Вот здесь очень много там разных программ. Производство открылось всего год назад и уже набирает обороты. Спрос на продукцию постоянно растет. Поэтому в планах руководства расширение, а значит и новые рабочие места, которые появятся со временем. И на следующий год компания собирается приобрести новое оборудование, благодаря чему мы поможем им возместить 50% от стоимости затрат. Наша задача – это в первую очередь информировать, помогать и упрощать жизнь предпринимателей на территории городского округа Химки. Получить субсидии предпринимателям несложно. Главное – быть зарегистрированным в нашем городском округе. Узнать о всех мерах поддержки можно, обратившись в МКУ «Малый бизнес Химки». Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.